Добрый день, мои дорогие друзья. Сегодня, как всегда, мы не встречаемся на моем кухне, потому что я сейчас уже на машине. Я еду в Тбилиси в гости к моей дочке. Я тоже буду в гостях несколько дней оставаться. И когда буду в городе в Тбилиси, я буду снимать несколько видео. И как поеду домой, на моем кухне уже будем встречаться. Тбилиси – столица стали не сразу. До него столица был город Мцхета. По легенде, царь Вахтанг Гаргасели основал Тбилиси благодаря нахождению на его территории теплых серных источников. Поэтому Тбили переводится как «теплый». Друзья мои, это мост мира, современный стеклянный мост, полностью подсвечивается в ночное время. Висячий мост опирается на 4 лестницы. По лестнице можно спускаться на набережные. А под мостом течет река Кур.
Друзья, здесь находятся сырные бани. Сырные бани – это место, где был первоначально основан город Тифлис. Именно поэтому сырные бани являются главной визитной карточкой города. А это проспект Руставели, главный центральный проспект в Тбилиси. Длина около 1.5 километра. На проспекте находится памятник самому писателю Руставели, здание оперы, театр Руставели, голубая галерея, первая гимназия, музей. Конечно же, к главному проспекту примыкают множество модных магазинов, дорогостоящих отелей и парков. Еще в Тбилиси я видела очень много церквей, в том числе и армянские. Дорогие мои, по-моему, вам понравился мой первый влог. Я приехала в гости, много не гуляла, показала, что я сама видела. Вот и все. Потом встретимся на моем кухне. Пока-пока.